Всем привет! По запросу многих наших подписчиков снимаю видео о покупках. Значит, сегодня у нас 1 февраля 2017 года. Купили в основном мясные, мясо, фрукты, овощи. Ну, вы видите, сейчас я вам расскажу немножко о ценах и покажу, что же мы купили. Значит, за все это мы заплатили 880 песо. Это приблизительно 55 долларов. Итак, начнем. Бананы. Килограмм банан 24 песо. У нас потом многие задают вопросы. 1 доллар равняется на сегодняшний день 16 песо. Там 16 копейками. Для того, чтобы вы могли посчитать, кому интересно. Итак, бананы. Килограмм банан 25 песо. Затем помидоры 22,90, 23. Не забываем, что у нас сейчас лето, сезон овощей и фруктов, то есть овощи и фрукты дешевые. Затем у нас идет морковка 20 песо за килограмм. Вот такие огромные болгарские желтые перцы 29,90, то есть 30 килограмм получается. Вот смотрите, вот моя рука, вот такой вот огромный перец. Затем здесь у нас идет свекла 25,99 килограмм. Здесь 4 большие такие свеклы. Дальше мука пшеничная цельнозерновая. Она стоит... Так, она стоит... Сколько же она стоит? Около 30... 36,99. Здесь килограмм 36... 37 песо получается килограмм такой цельнозерновой пшеничной муки. Свининка 57,90 за килограмм. Затем купили 3 пачки вот такого, это говядина, особухко называется. Здесь 56,90. Со скидкой было и это мясо, и это. То есть оно немножко дешевле, чем обычно. Это мясо, его варят. Оно получается очень мягкое, нежное. Варят его около полутора часов, где-то 1:20. Затем делаем такой как бы маринад, то есть режем свежий лук, свежий перец. Также туда добавляется сок лимона, соль, перец. Все это режется маленькими кубиками, получается такая в виде приправы. Да? И это вареное мясо, убираем вот эту кость. Это вареное мясо разделяем на... или режем на такие кусочки, заправляем этим, так сказать, салатиком свежим, оставляем настаиваться приблизительно полчасика, и получается очень вкусное такое блюдо. Аргентинцы его готовят часто. То есть именно вот это особухко, это часть говядины, здесь очень пользуется спросом, популярно. Так? Из нее также варят всякие... типа, ой, как же они называются, гисо. Добавляются разные овощи, добавляют туда чечевицу. Такое зимнее блюдо получается. А летом в основном делают так, как я только что рассказала. Может быть, когда-нибудь сниму видео, если вам интересно, сниму видео и покажу, как все это готовить. Но я рассказала, думаю, вам уже все понятно. Затем курица. Курица получается 29,90 за килограмм, 30 песо килограмм. Эта курица у нас на 74 песо. Молоко, ой, молоко где-то 23 песо за литр. Так, 19,70 литр молока. Дальше идем, здесь у нас чечевица. Чечевица 29 песо. Здесь у нас 400 грамм чечевицы. Затем я купила килограмм цельного неочищенного риса, интеграль, кило риса, около 20 песо стоил. Дальше йогурты, как всегда, мы покупаем. Я делаю хлеб без дрожжей, такие... По маминому рецепту немножко добавила свои ингредиенты. Затем также я сниму для вас видео, как я делаю эти хлебчики.
они получаются без дрожжей. Вот. Затем чай мятный, 21 песо, там 20 пакетиков, если я не ошибаюсь. Должно быть 20 пакетиков. Дальше кофе. Почем кофе, Лёнь? 38. 38 кофе. 250 грамм. Это который, ну, надо заваривать. То есть мы растворимый. У нас есть растворимый, но мы в основном его возим на природу, там, где быстрее его можно, так сказать, в кемпинге и так дальше. Томатная паста около 15 песо стоила. Дальше ополаскиватель для одежды, виверы. Для стиральной машинки ополаскиватель 21 песо, там 810 миллилитров. Затем средства для мытья всего, чего хотите, для мытья полов в основном, то есть его добавляют в воду, и мы моем им пол. 33 песо получается здесь 1800 миллилитров. Вот. Так, продолжаем. Виноград по 35 песо за килограмм. Взяли вот таких 4 упаковки. Это я вам рассказала покупочки из супермаркета. Дальше у нас идут покупки из овощного магазина. В овощном магазине мы купили яйца. Вот здесь у нас так заворачивают. Здесь 6 штук и 6 штук желтые яйца или коричневые, как их там называют. Яйца по 15 песо за 6 яиц. В основном мы ходим в другой магазин, но так как мы сегодня, у нас не было времени уже туда идти за яйцами, поэтому купили здесь у нас рядом. Манго. Начинается сезон манго. Мой самый любимый фрукт. Очень вкусный. Он из Сальты, да, провинция Сальта, аргентинский. Также у нас еще есть бразильские манго. Но сегодня в магазине не было, пока их еще не завезли. То есть вот такой огромный манго, 25 песо. Тяжелый. У нас продается, то есть ты выбираешь, какой ты хочешь, и одна штучка 25 песо. Затем цукини, кабачки, 25 песо за килограмм. Лимон, я не знаю, сколько стоит лимон, я попросила просто один лимон, один чеснок. Дальше зеленый лук, порей и лук, вот такой как бы чеснок свежий, да. Два огурца, то есть вот это вот все из овощного магазина, 140 песо мы заплатили. Вот такие были покупочки на $55. Надеюсь, видео вам понравилось. Оставляйте свои комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока!